Полицейские Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками Росздравнадзора пресекли факты реализации медицинских приборов ненадлежащего качества. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой производили и продавали медицинские приборы ДЭТа. Продажа универсальных от всех известных хронических заболеваний приборов осуществлялась через розничные аптечные сети и различные медицинские учреждения, а также через колл-центры, используя психологические методы убеждения потребителя. Участники преступной группы представлялись высококвалифицированными врачами, проводили лжедиагностику и выявляли у граждан несуществующие болезни. В ходе беседы сотрудники колл-центров предлагали чудо-приборы ДЭТа стоимостью от 20 тысяч рублей как единственное возможное средство для излечения всех существующих болезней при постоянном использовании. Проведенными исследованиями установлено, что чудо-прибор ДЭТа и его модификации не могут применяться в медицинской практике на территории Российской Федерации и являются опасными для жизни и здоровья пациентов. Следует отметить, что участники группы получали несопоставимую сложными затратами прибыль. По предварительным оценкам оперативников стоимость одного прибора составляла не более 1000 рублей. В ходе реализации оперативных материалов на территории Москвы и Московской области полицейские провели обыски по месту производства, хранения и реализации приборов. В результате проведенных мероприятий полицейские изъяли более 20 тысяч готовых к реализации приборов, документы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.